Благодаря политике, проводимой правительством Вологодской области, на протяжении уже третий месяц, в апреле и мае, у нас цены на продукты питания снижались небольшими темпами, но, по крайней мере, роста не было, и было, наметилось небольшое снижение. В июне, по оперативным данным, эти данные подтверждаются. То есть третий месяц практически у нас цены на продукты питания, социально значимые продукты питания, снижаются. Есть группа товаров, по которым снижение наблюдается наиболее эффективно. Это, например, на яйцо. В мае у нас произошло снижение на 16%. Но есть и ряд товаров, на которых идет еще рост цен. То есть это овощи. На овощи, лук, морковь, яблоки, есть небольшое повышение цен. То, что нам удалось, благодаря всей вот нашей работе правительства области, комиссии, которые проводились постоянные по ценам, было проведено ряд мероприятий, удалось остановить рост цен. И на сегодняшний день Вологодская область по росту цен мая к апрелю занимает 76 место в Российской Федерации. Первое место – это самое плохое. То есть таких результатов практически никогда не было.